Алексей Цыденов на совещании в Госдуме предложил не отказываться от использования пластиковых пакетов и упаковок в республике. Глава считает, что нужно доработать законопроект, который сейчас рассматривают депутаты. Он отметил, что такое нововведение вызовет массу вопросов. Теперь сахар, гречку мы с вами будем сыпать в бумажные пакетики, мясо и рыбу мы будем заворачивать в бумагу. Как быть с ковидными больными? По требованиям их обязаны кормить только из одноразовой посуды. Иные одноразовые пластиковые изделия, под которые попадают и одноразовые шприцы, будут запрещены. В Госдуме главу Бурятии поддержали. Депутаты высказали за введение запрета на пластик только на территории центральной экологической зоны. И пока точечно. Это коснется одноразовой посуды в общепитах.